В одном из частных домов Канаша произошел пожар. Погибли 3 человека. В настоящее время устанавливаются личности погибших. Уже известно, что при пожаре в доме находились 2 мужчин и 1 женщина. Судмедэкспертиза устанавливает причины смерти. Предварительные причины – отравление угарным газом, убийство или состояние алкогольного опьянения. Предполагаем, что люди были заперты снаружи в этом доме. Изначально была подожжена веранда изнутри, и потом уже закрыты выходные двери, подперты подручными средствами, в связи с чем люди не смогли выйти из горящего дома. Предположительно, полиция установила 3 лиц. Предполагаем, что они причастны к этому делу. В данный момент по фотороботам устанавливаются личности предполагаемых лиц, причастных к совершению преступления. Сотрудники Следственного комитета по Чувашии проводят доследственную проверку, чтобы определить все обстоятельства произошедшего.